саженцы Роза Спри и Черри Фалайс предпочитают солнечные участки, защищенные от ветров. Лучше всего многолетники растут на удобренных почвах, где нет застоя влаги. Культура очень вынослива, зимостойка, устойчива к дождю. Взрослый куст компактный, ветвистый, до от 50 до 60 см высотой. Цвести начинает в июне. Цветение повторное, длится до сентября. Цветочки маленькие, диаметром от 3 до 5 см, темно-красные с белыми штрихами, состоят из 40 лепестков. Они собираются в соцветия по от 8 до 10 штук. Используют Роза Спри и Черри Фалайс для оформления садового участка одиночными или смешанными посадками, высаживания в уличные вазоны, выращивания на срез. Роза Спри и Черри Фалайс — это кустарники высотой от 50 до 60 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август, сентябрь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка темно-красный со светлым основанием. Размер цветка этого прекрасного растения достигает от 3 до 5 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.